атакует. Вот такие здесь виды. Посмотрите, какая красота. Какие птички. Ребята, добро пожаловать снова на моем канале. И сейчас мы с вами снова попутешествуем. Сейчас мы с вами прокатимся в одно из самых красивейших мест в Сан-Диего. А куда, узнаем попозже. Оставайтесь со мной, не переключайтесь. Поехали! Трафик, то есть пробку. Время начала 4-го. Движение замедляется. Может быть, что-то впереди произошло. Авария. Еще что-то. Или это час пик. Едем мы по 15-му фривею. Этот фривей, он идет между штатами, он идет вот по Калифорнии, Неваду, Лас-Вегас. Мы идем в сторону юга, в сторону Мексики. Мы сейчас свернем на 163-ю дорогу на юг. Вы уже, наверное, помните эту 163-ю дорогу. Мы в тот раз по ней ехали. Эти показывают указатели, что идет даунтаун. Это идет разветвление. Здесь 15-й идет прямо, если ехать по нем. То есть, если по 15-му ехать прямо, приедете в Мексику. То есть, он идет в Мексику. Там граница. И все. Мы сейчас сворачиваем на 163-й. После этого мы свернем на 52-ю дорогу на запад. То есть на запад. Все, что на запад, это к стороне океана. Потому что, как вы уже знаете, наш город располагается на побережье Тихого океана. Вот. И сейчас мы уже свернули на 163-й. Вот видите, да, влево идет 15-я дорога, машины слева идут, а мы уже на 163-й. И сейчас мы будем вот ехать в правой полосе, потому что эта полоса, она уходит на 52-ю, на 52-ю на запад. Грузовик, который впереди нас, он тормозит движение, обогнать мы его не можем, потому что сюда только идет одна полоса. Придется ждать, и тогда мы уже обгоним. Вот сейчас выход на 52-ю дорогу. Вот этот трак, который справа, это он везет мусор. Собирает мусор, и как раз вот по этой дороге на следующий выход там находится вот эта свалка, где весь мусор, который с Сан-Диего привозят, весь его там скидывают. Огромная территория, где весь этот мусор закапывается, свозит со всех уголков города. Вы, наверное, уже догадались, куда мы с вами едем.
Да, мы едем в сторону океана. Что хочу заметить, когда мы выехали, температура воздуха была 88 градусов по Фаренгейту. Чем ближе мы подъезжаем к океану, температура спускается. Сейчас уже 77 градусов по Фаренгейту. А когда подъедем еще ближе к океану, наверное, температура будет все 70. Так что, когда летом у нас плюс 40, плюс 45 по Цельсию, к океану подъехав, можно наблюдать все плюс 25. Сейчас мы едем на гору, и по идее, когда мы будем спускаться с этой небольшой горы, мы можем увидеть вдали Тихий океан. Если погода позволит, обычно, когда небо голубое, то линия океана видна. Ну да, если вы видите, вон впереди видна линия горизонта, где виден также океан. Надеюсь, что вам уже видно. Он сейчас очень виден. Едем мы в место, которое называется испанское место, испанское название Ла Хойя. Ла Хойя — это такой район в Сан-Диего, один из богатых районов, где живут люди с достатком. Здесь мы можем увидеть самые дорогие машины. Здесь находятся дилерки, автодилерские таких брендов, как Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и так далее и тому подобное. Чтобы приобрести жилье в этом районе, нужно иметь очень хорошую работу и хороший достаток. Здесь жилье стоит миллионы долларов. Но я вам скажу, что наши соотечественники, многие наши соотечественники живут в этом районе. Дороги здесь очень узкие. Места здесь очень мало. Густонаселенное место. Жильем в Сан-Диего сейчас проблема. Я имею в виду проблема с рынком жилья. Очень мало жилья на продажу. И как, когда жилье выходит на продажу, оно улетает очень быстро. Очень многие сюда переезжают из-за погоды, потому что здесь годовая погода очень теплая, дождей мало, и поэтому сюда идет волна людей. Также не забываем, что это туристический город, много туристов каждый год. Летом пляжи забиты, с парковками проблема. Также в этом месте Ла Хойя находятся всякие дорогие известные бутики. Чтобы люди, которые здесь живут или которые приезжают в гости, туристы, могли тратить денежку и покупать всякие штучки. Поворачиваем на улицу, которая называется Проспект Плейс. Скоро подъедем к океану и будем искать парковку. Надеюсь, что мы найдем парковку сегодня. Сегодня понедельник, рабочий день. Даже в рабочий день люди проводят много времени на океане. Налево, если поехать, развилка — это самый центр этого места Ла Хойя, а мы поедем вниз, который ведет к береговой линии, то есть идет к пляжу. Вот если вы уже видите, уже слева машины паркуются. Вот перед нами сейчас показался океан. Посмотрите, какая красота. Вы уже можете эту красоту созерцать. В принципе,
мог там и стать, я вижу парковку, но за мной едет машина, даже две машины, поэтому здесь дорога в одну сторону. О, а я сейчас как раз стану сюда. Вот и парковочку сразу освободили, и я стану сюда. Замечательно. И мы с вами сейчас прогуляемся. Вот такие здесь виды. Какие здесь дорогие дома. Смотрите, какая красота, какие птички, это пеликаны. Смотрите, кто это. Это лежит морской лев, или как их у нас называют, sea lion. Здесь их очень много. Они... Сейчас я дальше сделаю. Они часто сюда выходят с воды, и они проводят свое время здесь на берегу. Рожают, здесь есть детеныши. Вот сейчас пойдем туда дальше, там их должно быть больше. Like this.
Вон, видите? Котик лежит, лев, морской лев. И люди его фотографируют и снимают. Сейчас мы туда спустимся и попробуем тоже поближе заснять. Вот мы приближаемся к этому животному. Видно, что он позирует тут всем. Hi, baby. О, как зевает. Вот такие у нас звери водятся на океане. Это не зоопарк, это не какой-то парк. Это животные здесь живут сами по себе. Вот там, где они должны жить. Вот выходят сюда на берег. Выходят с этого океана на берег, когда они хотят. Люди могут снимать, фотографировать их. Они людей не боятся, потому что люди здесь... Люди ничего плохого им не делают. Здесь эти животные охраняются законом. Здесь никто им ничего не причиняет, никакого вреда. А вот еще один. Он ругается на меня. Да? Ругаешься на меня? Ты ругаешься на меня? А это чайки.
Вот смотрите. Чайка, они обычно воруют все, что видно. Еду всякую у всех воруют. И что-то схватила она, и все пытаются другие отнять. Во, налетают. Во. Смотрите как. Что такое? Ты чего такой капризный? А? Да. Что ты хочешь сказать? Также здесь мы можем видеть водолазы, которые занимаются скубодайвингом. Это у них такой вид спорта. Вот еще один. Sea lion. Why does he look like that? I can't wait till he starts chasing. Hello. Атакует. Алло. I'm not the fish. Здесь есть какая-то пещера, в которую мы сейчас попробуем зайти. Наверное, сегодня здесь отмель, наверное. И поэтому здесь можно пройти, но дальше я туда не пойду, потому что по воде не хочется идти в отмель. Друзья, ну как вам морские львы, понравились?
Я думаю, что понравились. Мне тоже очень понравились. Продолжаем гулять дальше. Окей, друзья, до встречи. Да, до встречи. Пока. Бай-бай.